В картинной галерее открылась выставка люберецких художников. На суд зрителей они представили свои лучшие работы, связанные с разными временами года. Картины мастеров живописи оценила наша съемочная группа. Результатами своих творческих трудов люберецкие художники делятся на протяжении 10 лет. В картинной галерее, которая открылась чуть больше года назад, они выставляются впервые. Дебют на новой площадке стал для живописцев праздником. Художники пригласили на открытие выставки своих давних друзей и единомышленников. Одно дело, там в помещении маленьком работа смотрится. И как она будет смотреться, она по-другому совершенно смотрится в большом помещении. Вот 2000 квадратных метров выставочный зал данный, в котором мы выставлены. Работа по-другому, потому что пространство, оно поедает как бы произведение искусства. В зале картинной галереи более 60 произведений искусства. Тема выставки – времена года. Основная часть работ посвящена нынешнему сезону. Для художницы Надежды Камаловой зима – любимая пора для творчества. Здесь первый снег, луна. Я, конечно, очень люблю природу. Вот здесь сосны. Все эти работы веют добротой, любовью вот к искусству, к родному краю, к тому месту, где родился человек. Полюбоваться временами года в картинной галерее можно до середины февраля. Свою следующую выставку люберецкие художники посвятят знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Луиза Егиазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.